лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и мы начинаем. О, а что это за цветной товарищ такой? Это Мишка. Сейчас мы его будем разбивать. И, кстати, вы на канале МС Малюша. И мы сегодня будем играть в Бурито Бизон. Бурито Бизон. О, наши подписчики давно этого ждали. Еще один язык такой же. Это пината такая вот. Угу. О, вот эти вот две, вот два таких сундука, они дают очень много денег. А нормально, мне он не нужен. Я больше всего хочу это прокачать. Вот эту вот денежку. 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 Бурито Бизон, да, давно не было. Ух ты, вот это вот, да, нормально, неплохо. Бурито выбил? Это такое Бурито. Бизон. Да, это игра Бурито Бизон. Ну неужели в Бурито Бизон нельзя выбить Бурито Бизон? Бурито-то нельзя. Вот не, а в бутылках же Бурито было тогда. Нет? Давай, 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 давай! Come on, everybody! Слушай, слушай, надо больше желейных вот этих товарищей снизу. Оп, оп, давай, разгоняйся, товарищ, давай! Ой, хорошо! Давай, 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 давай! Бомба! Да ладно, неплохо вообще, разогнались! О, стена какая толстая попалась, застряли, блин! Ну ладно. Сколько очков собрали? Я даже не понял. Два, короче. А что это такое 16500? 16500. Это купить что-то там, купить. Ударный пилот какой-то. А, ну это сила удара, короче, да, получается? Как вот ты вначале. Ударный пилот. Давай купим, может, что? А что, вот этот вот. Конечно, да, давай, сейчас нас удар. Это у нас будет новый босс. По-любому. О, какой-то негритенок, смотри-ка. Ну-ка, давай, мочи. Это не негритенок. Смотри, он под... Ай, неплохо ты его словил. Ай, ну, скорость, в принципе, тоже ничего. Тут ей можно играть за курицу теперь. Вот эта вот девочка мне нравится, конечно. Неплохо. Стена на вылет. Ура! Ура! За... Ю-ху! Это будет... Давай, давай, давай! Ну! 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 А! Со мной, кстати, сегодня папа. Да, здрасте. Всем здрасте. Вот проводим, кротаем вечерочек, так сказать, Бурито Бизон, да? Он снималишь? Ну да. А скажи, вообще, как тебе Бурито Бизон нравится? Как, какие впечатления от игры? Что это было? Я тоже не понял. Ну ладно. Как ты переключился, я не могу понять. Ты просто взял и переключился как-то, да? Да. Слушай, а может это теперь типа это папа, первый это был ты, да? А теперь папа, нет? Может такой быть? Я тебя типа догоняю. Ну тоже неплохо, да. Давай, давай, давай. За папу тоже надо хорошо играть. Зачем я вот это вот вообще совсем? Эть! Поняли? Зачем я? Боксоида выбил. Эть! Ой! Опа, паньки. Ну вот, сдулся, блин. Че, купить что-нибудь можешь посмотреть? У меня всего-то 4. Давай в магаз пойдем. Не, у меня там... Видите, что там восклицательного вот этого? Ну, не знаю, я ничего не купил. Надо было зайти посмотреть, там можно было что-то купить. Вот, слышишь, что говорю-то? Уси малюшка. Ну да, слышишь. Ну вот, ну ладно, сейчас уже бежим, добежим, уж это зайдем в магазин. Ты обещаешь, зайдем, что, а? Да, все, надо слушать папу иногда.
Какой смысл очки зарабатывать в игре, если мы их не тратим? Надо как бы сразу... Оп, нет. Башка такая стены торчит, забавно. И ноги, а нога с рукой. А тут ничего мы не можем купить сам. Да погоди ты, ну как ты сначала посмотри. А другой герой, вот как его посмотреть? Это? А еще заблокирован. Да. Да, пока не можем ничего купить. Ну погнали, что, 5000 есть, как бы я осталось. Говорил. Осталось еще таких вот 3 раза пройти, и у тебя будет еще 15. Ничего. Давай. Опа-па! Деньжат сначала нужно подкатить. Я говорю, да, деньжат, конечно. Куда же деньжат-то? Вот эта вот шмыкалка, она самая великолепная в этой игре. Прыгалка такая. Да, да, я думаю, что это не зря они сюда вставили. И... Ну вот то же самое, один в один прям. Нет, это прикольно вообще. Припечатался, товарищ. Смотрите. Это маленький беби, это уже с музычкой уже. Вот этот уже. Это мы в какой игре сейчас находимся, скажем? Это мы в Бурито Бизон. А откуда? Что это вообще? Что это за какие-то это бобы какие-то? Это такие штуки, что они нам будут давать это эпический, больше денег. Эпические маньячи? Они будут нам больше бабла давать. Угу. Ну да, я помню, что-то такое было. Неплохо. Ура! Соседи поняли. Опа! Получ! Сейчас сразу Мишку забрал вот эту с деньгами. Я еще даже вот это не использую. Ну! А что, скоро встать? Давай педальку газу-то нажми немножко. Газу! Газуй! О! Пошло дело. А вот сейчас нет. Ну, это тебе так кажется, сейчас надо верить. Оп, нет! Я же говорил! Жесть какая-то. Ну ладно, что, еще 3000. Угу. Сколько у нас всего, значит, получилось? 5 сейчас, да, у нас? 8. Не, зайди в магаз, посмотри, может, что-то там можно. А вот это что такое? А вот это вот... А вот это что такое? Это вот жопа. Ладно, без жоп давай. Погнали! Сильнее натягивай, ты что? А тут нельзя. Вот дать. Можно, да. Мочи. Во, неплохо. Нельзя, говорит она. А нельзя еще дальше. Ну вот я-то понимаю. А самый крутой у тебя, дат, у тебя просто резинка в пол упиралась, понимаешь? Нужно ее растянуть дальше. А ее... Поэтому он был ближе. А чтобы супер удар нужно сделать, его нужно... Чтобы супер удар сделать, нужно сделать его сильным, правильно? А его сильным нельзя сделать. Почему? А его только если наверх можно только если сделать. Если он... А, то есть ты хочешь сказать, если ты наверх бьешь, то там будет супер удар, а если вниз, то нифига не супер удар, что ли? Не, если будем натягивать вот так вот... Давай, ладно, все. Обычно тогда... Ребята ждут там дальше, что у нас будет. Мы можем в него не попасть, и еще супер удара не будет. Давай, мочи! А вот так. Смотри. Давай. Видел? И не было супер удара, да? Ну да. Ну, скорость, смотри, неплохая же. Я считаю, что это вообще глупость, на самом деле. Сверху, снизу. Супер удар может быть и снизу, правильно? Ты понимаешь, что супер удар может быть снизу? Да. Ну, в жизни, в принципе, да? Какую-нибудь там потешку дал и потом сверху спрыгнул. Получается все снизу. Чё ты как-то очень сильно, товарищ, притормозил? Я вот пытаюсь. Давай. Скорости нету. Подсдулся, короче, да? Ну ладно. Раньше это уходил. Ладно, я тогда признаюсь, что я был неправ насчет суперударов, по крайней мере в этой игре. Так что давай теперь делай суперудар. Ну что ты ждешь? Давай, камон.
видели? Yeah. Там вот эта надпись была. Это значит крит, да? Вот это супер, да. Пенату, короче, ты из него вышиб. А пенату ее пить можно, да, пенату здесь? Пенату тут нельзя. Это типа пената колада? Оп-оп! Вот это вот было нам. А что такое пенат вообще? Скажи, что это пенат? Просто ребята, пената? Может, некоторые не знают, да? Это деньги. А, это пенаты как... это сами деньги, да? Это, да, это как кредиты, грубо говоря. А что? Это такая штука, что внутри там могут быть сладости и всякое другое богатство. А, вот эта игрушка, что ли, которую разбиваешь с самого начала, да, ты ее бьешь, как бы, этого медведя красноцветного, да, получается, да. Так, что это пената. Да, разбиваем, а потом внутри там какая-то фигня или не фигня, а короче... Ну, шоколадки, да, там, может, да. Конфетки там. Да, так. А тебе какие конфетки больше нравятся, кстати? Вот если бы у тебя пената была бы, вот смотри, ты ее разбиваешь пенату, ты бы что хотел внутри? Я бы люблю больше шоколадные вафельки. Угу, так. Это мы знаем. Картошку фри, только еще. Неплохо, да? Еще что? Еще такие конфетки, которые, короче, не конфетки, а пирожки из магнита. Ты давай играй, а то ребят сейчас, которые тоже мечтают поесть, у них сегодня так растекут, что они могут захлебнуться. Потом помечтаем, попозже маленько. Сейчас можем босса победить, если еще один раз. Ну хотя да ладно. А какое мороженое твое любимое? Мы как пуля полетели. Да, неплохо. Скорость вообще норм. Да, вот в этой локации вот с такой скоростью сейчас Нати собирать. Свет. Давай, давай, давай. Собирать еще себе ну капкан. Вот, что-то как-то капкан вообще не в тему. Ну, слушай, да. Мог бы дальше лететь вообще, кстати. Я же вижу, а дальше. Ты раньше лучше. Дальше летал вообще. А это к лучшему. Ну что к лучшему, надо мочить со всей дури. Смотри, сколько у него жизни. Давай, супер-супер удар, давай, камон. Нет. А как так сделал? А у него было жизни мало. А, и ты его просто завалил, что ли? Да. Одуреть. Слушай, какое твое любимое мороженое, скажи? Больше всего клубничное. Да ё-моё! Я просто натыкаюсь на все клубницы. Вон уже 3000. Неплохо, да. Еще у меня там вот это вот как-то... Вот это вот запись. О, что это? Новый противник. Зумоир. Новый противник. Теперь Зломпиру какой? Можешь бросить вызов. Короче, это какой-то злой пломбир. Любишь мороженое. Я правильно сказал, мороженое. Зломбир. Это не просто зломбир. Ну как, есть. Ты же видел, у него волшебная палочка. Но это мороженое. Тебе нужно теперь с мороженым драться, давай. Он, наверное, перемещается. Я, наверное, его не смогу победить. Вон, его нету. Записи вот этой. Нет, это вот... Давай пенату мочи. Это был не пенят. А кто же это? Это был просто медведь. Ну, ладно. Значит, дальше будет. Ать! Лайтовенько. Да, да, что-то как-то вообще. Не айс. Лайтово. Очень лайтово. Давай, давай по жести. Вот следующий заход будет, да? По жести там можешь загубить, чтобы подписчики прямо посмотрели, что да, МС Малюша вообще рубит, когда захочет, бурит Бизон, так что прям... Во второй раз, наверное, я, знаешь, там жару так... Давай, давай, сейчас вот жару, все, сейчас думаю, сейчас жару дадим и все, и сразу все... Не-не-не, мы, закончим, наверное, этот стрим. Второй раз жару дадим всех дорожек. Ну давай, 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 сделаем. Жмахай. Убим, убим.
выше моего. Хотя не было. Еще немножко жизни нам нужно было бы отбавить. Единственное, побольше. Ну так, пока ничего, вроде выглядит все. Оп-оп. Оп. Ну, неплохо, да. Ай! Давай, давай. Скорости побольше. А как я не могу ничего сделать? Газу жми, газу. А как я сделаю газу? Сейчас видео не то могу снять. А как же ты без газа играешь, говорит Бизон? Тут тот же газ есть. Опять такая же вещь. Необычно, да. Но мы его загасили. Мне кажется, он просто... Шука! Шука-нука? Фука-фука? Фука-пука. А, фука-пука даже. Неплохо. Неплохо, совсем неплохо. Смотрите, даже не успевает меня тут вот все разгрябывать. Там... Давай, 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 скорость вообще норм. Нет, а что это за время? Какое? Вот это? Не, вот это снизу капает, да. Это не время, это наша скорость. А-а-а! Вот я смотрю, он все время уменьшался. То, что ты что-то останавливался, да, останавливался. Ну давай зайдем в наш магазин. Вот, вот уже двадцатник все накопился, жмакай вон туда. Че, вон туда. Ты что, вот это покупать, что ли? Да, я хочу вот этого волшебника. Ну давай, давай. Чё? А я не могу тут. Тогда вот эти, может, тоже. Не-не-не-не, вот этих я не хочу. Я денежку хочу взять побольше себе. И кого-то. А что ты сюда-то жмахнуть сразу не хочешь? Папа! Ты что? У меня все деньги профукали. Да вот. Нормально, сейчас мы еще накопим. Зато у тебя следующий левел какой-то включился. Сейчас я смотрю, ударный пилот. Два. Погнали, будем испытывать. Йопа! Чуду! Йоха! Ну что, нормально там врезал, нет? Или так все? Хорошо. Сойдет, да? Ты уж неплохая скорость. Чуваки, а вы представляете, что вот сюда нажимаешь, в магазин можно. А ты до этого не знал? А я да, не знала. То есть можно на ходу прям в магазин заходить? Да. А ты можешь в магазине купить скорость, чтобы разгонять? А там скорости нету. Только в игре есть скорость, да? Да, только. А тогда зачем, когда ты прыгаешь так? Тут только денежку можно купить. А тебе что она даст денежку, когда ты падаешь? Уже? Нам денежка дают прокачку, например, чтобы нам еще больше денежку давали, а потом еще. А, ну я понял. Ну я думаю, что, не знаю, торговать, покупать какие-то бонусы во время одного захода нет смысла. Он в стену врезался и все. Иногда просто стоит заходить. Что там, 1700 заработал? Или он стоит 1700? Сколько у тебя денег? Вон. Ага. Сейчас полюбимся вон. Сколько там? 9, да? 9,5. Ладно. Ну что, ребят, давайте еще последний уровень и. Не-не-не, сейчас мы все заканчиваем. Все. А, ну тогда все, пока всем, ребята. Всем до пока. Связи. Очень классно сыгранули Бурит и Бизон. Следующую игру какую будем, как ты думаешь? Какую следующую игру будем записывать? МС Малюш. Не знаю. Ну, давайте зомби кетчерс. Так, зомби кетчерс, да? Да, зомби кетчерс. Там где про зомби. И там где толстячок мне надо было достать. Одного. Одну штуцечку. Ладно, хорошо. Ну все, ребят, всем пока, до связи. Всех благ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. И мы начинаем. Такой хороший. Нужно петь во время стримов, короче, на что-нибудь такое. Что-нибудь. Ла-ла-ла.
I have been knocking from inside.